Ну это там хоть камни с неба. Хан не снимает отступление. Хан, что ты не снимаешь отступление? Шевелей лишить рола, пацан. Метка в центре стоит. Блять. Вот хил ты, сукин сын, короче. Тупой какой-то. Еще выстрел. Кастуй, пожалуйста. Ну, кажется, да, пальцы, она вот растет. Да, сейчас кастуй. Смиряющий выстрел. Жми. Фу тебя. Захилиться, не парьтесь, не страдайте. А зачем это напрягать хилов, например, да? Ну, я, например, хилы, я говорю, захилиться. Он только хп, если сидеть себе спокойно. Да, переживаем за ваши руки. У него не руки. Крюки, руки, крюки. Чё, мне и так не даете 10 гир в соло похилить, потому что не собираетесь. Падаем 10 гир в соло, когда ты хилишь. Вот и всё. Так ты с нами не ходишь, и ты говоришь, что падаем. Да, я заходил на шамана, потом хилил сам. Круто. Да, когда мы упали за то, что били не того слизня на переходке. Нас Хант не нравится, потому что лишить его роли. Я говорю, он зашел потроллить нас. Там... Ты же видел, что он писал? Что самое смешное, что он писал? Что сам не захилил. Там что-то такое. Хорошее объяснение. Снимает выступление. Давай, до свидания. Ты же ему повесил катену. Он обидится. Ну, теперь будет наука, что надо снимать выступление, отвечать нормально. Нас... Он зачем недоволен. Мы... Какая жалость. Давайте так, танки. Кто из вас может двоих поддержать? Либо мне зайти на танка, поддержать еще копию. Тишка, поставьте. И Шанти, ты сможешь двоих потанчить? О, Сейзи, отлично, спекайся. Медведи, у тебя там хороший грязь. Блин, мне понятно, что ты говоришь. Ты про футбол что-то сказал сейчас? Чемпионат мира прошел уже. Мейнтанк. Ну, на поле война, Кшанти будет босса танчить, Митриос первую копию, вторую, Цезий, 41к. Дайте бафы по Цезию. Кто раздавал каски? Так, Кресты, Полипал, Бьянка, что-то баф. Не надо, Бьянка, это Полипал есть, раздай каски, чек. Коваленко, попробуй скачать Xperl DBM, выставить фреймы, посмотреть на хп танков. Ой, на хп людей там. У кого больше хп, тот и танк. А тебе Ник сказал уже. Кшанти. У нас, кстати, два холипала, если что. Да, Бьянку тесть, Ретрик. А, все. Фален Паладин, давай спекайся. Ретрика. Бьянка похилит. Подождите минуту. Надо не забыть еще кинуть в ЧС этого Хантера. Заскрину этого Ник. Темная творка. Ты тут? Хант-то был ворка, да? Он понимал еще, что просит от него.
Да, я ему написал. Ладно, начинай. Оставь ребёшка, Санди. Кирк приехал. Нужно подойти. Плотный бой будет. Крути, отходи от вихря. Всё, не види, и дальше вихрь закончился. Главное, когда вихрь начинается, отбегай немного. И прожмись на второй копии. Наша так жестко его. Молимся. Ах. Это был баг с вихрем. Нет, это не во фрейм зашли. Нет, босс поворачивается и вот одновременно юзает вихрь. Ну, когда метки распределяют. Хорошо, Бьёрн, ты видел, но твои проблемы. Так. На второй копии прожмитесь, пожалуйста, не забивайся, дайте. И хильте мишку. Серьезно говорю, Олег, в этот раз не баг был. Да-да-да, конечно. Сейчас будет вторая копия. Мишкевич, зайди, не стой в рейде, ты же будешь таунтить босса, уйди от рейда. Поднимай Митриуса, Мишка, подними Митриуса. Вставай. Успел гимн на хп. Митриус, заберешь вторую копию, дайте бафы. Дал пристабав каску на Митриуса. Ох, сейчас будет опасно. Цезия, захильте. Ах. Цезия, хильте 30% хп. Ну, пробуйте так, если не убьем, зайду на МДК. Забрали с хила Балтара, он меня чпокнул. Третья купия. Ладно, сейчас на БДК зайду, поставь шкаф. Цези, спекайся в СВО. Зачем я сам здесь сижу в 3 часа ночи? Короче, я заберу вторую копию, если что, заберу остальные копии босса там. Так. Бьян, ты тут? Это Цези, ты тоже с Дальнего Востока? У нас гильдия, кстати, с Дальнего Востока, если хочешь к нам, иди, вступай. Да, все, прям. Не Кика, только Певчего. Сейчас зайду на ВДК. Цези, ты ездишь в Токио или в Пекин? Да откуда у него виза? Ну, кстати, ты знал, что в Корее есть маленький остров, где не действует виза? Туда много кто съезжается и с одним нехорошим способом попадает в Корею без визы. А ты знал, что у канадцев без виз по всему миру? Нет, не знал. Теперь знаешь. Ты канадец? Нет, но это известный факт. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я
Не надо тебе в медведя сейчас мазать вот такой ДК, что тут он один выпадет. Вот он пролазит впереди. А теперь скажите, ответьте на вопрос. Где больше кофеина, в латте или в капучино? Да его нигде нет. Больше кофеина в лонго, все остальное фигня. А кофеин может быть без кофе? Да. Кофеин есть, ну, более. Что-то правильно, кофе. Бьянка. Потому что латте — это молоко плюс мамако. Молоко плюс мамако? Это как? Это что такое? Не знаю. И в латте, и в капучино используется пролив эспрессо, там гроши кофеина. Хотите взбодриться, пейте лунго. Ни хрена не бодрит, ни кофе, ни эспрессо, ничего вообще не бодрит. Ни энергетики, вообще ноль эффекта. Знаю, мне бодрит только напалм по утрам, сынок. Кто? Кто тебя бодрит, Олег? Так, кушайте рыбу, ты устал. А, я понял. Ой, напиши, какие вещи. Здесь приличные люди. Как курица, например. Секунду, подождите. Не пойму, а почему Void Heal идет престом ШП, если он хил? Нет, не ШП. Просто так 5 хилов вы не хилите. Так, смотри. Шанти, ты босса, Митриус первую, я вторую купил. Фален Паладин, наверное, не зайдет, да? Ничего не говорю. Дай там Орелла, что ли, что-нибудь, что 5 щеки. Еще Фален Паладин в гильдии плюс оно. Ой, пролист, то есть. Ализа, возьмите. Пивчик, у него зайдет. Я взял. Взял, да? Да. Могу еще раз скинуть пати. Что-то видите там. Берите его быстрее. О, взяли. Так, паралайз, ты в РК? Да. Еще танчи вторую копию. Окей. Чекну. Бьянка, прожми это, блин. Прожми. А то у меня нифига нет. Дай мне Орелла, что ли. Это... Не перепутай. Певчего Орелла надо было. Все, погнали. Шанти с богом. Аминь, алюминь. А кто третий? А, подожди, стой, не пуляй, не пуляй, не пуляй. Спасибо тебе, я забыл сменить шмот. Я все, просто тебе... смотрю 2 ДК и все. Олег, по-моему, этому чуваку паралайз надо ГП дать. А то он что-то пуляй, короче. Цирк приехал. Давай, ЛП, ЛП, кровотвод, ЛП, 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 бунический ЛП, 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 ЛП. Было. Фу. Отбегай, когда эта херня появляется. А вы хильте его хорошенько. Эй, пожалуйста, РДД, на кому лучи вы хоть на дистанцию выйдите. Давайте хоть тут дайм тактику, то туго что-то идет. Забирай, забери. Я просто стану тебя на всякий случай. Подстраховал, это страховка. Ну, как в банке, знаешь, кредит. Заходи от клинка. Сейчас надо прожать незыблемость под вторую копию, смотрите. Скоро появится вторая копия. Так. Видели, да? Шанти чуть правее вступи к нам. Ближе к нам. Я прожимаюсь, меня никто не может убить.
Ла-ла-ла. Сейчас ставим еще одного моба. Вот там еще две копии. Тут танки севера. Без вас я бы долго не продержалась. Все, теперь мы можно заходить на крестах. Чего ж ты не лутаешь сон разума? Держи. Рела, передашь потом. Святилище считалось но до сих пор оно... Сон разума. Сон разума, ты врага, кстати? Да, да. Тебе понравилась вчера 10 бычка? Да, вообще. Не мы каждый день ходили. Не бы ходил в такую бычку вместо Геры. Главное, чтоб я не рейдил эту бычку. Это так население поднимает такие рейды. Мы, кстати, убили потом Синдру. После того, как Эрел ушел тут с первого трая и личат уже. Но боюсь, тут замешано. Там лох какой-то волчатик плюс есть. Волчатый взял. Настоящего лидера. Сейчас я, если что, ролю на мага, который пистол. Элим. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я... Так, я буду ролить на копытца, потому что это хороший хил, но он пока не одет, и нам он нужен. В ППГере и в ИЧОП. Поэтому буду на него ролить. Глядите, босса. Прап. На кой тебе спек пролить? На хила или на сову? Хила. Тогда у тебя меньше шансов сролить две чешки. Представь. Представляешь, ты сролишь две чешки, если выпадет две, ну я еще кину роллы, ты по сотке. На был чешка. Подумай об этом. Ой, короче. Меня лучше в ДД вообще не одевать, потому что это бесполезно. Я не умею дамажить. Я не знаю даже, какую шутку сказать. Просто роль нахила. Так, я потанчу моба в центре. Не, не потанчу, у меня уже 4 кхп. Потанчу, танчу. Войт, кинь молоток в моба. Волшебный, волшебный поток. Кшанти, прожми незыблемость. Шанти, если хочешь, можем один трай попробовать. Тут во тьме. Покажу, откуда пулять. Той же точке надо будет зайти. Если хочешь, конечно. А мне без разницы, можно попробовать. Я говорю, просто давненько я тут не был. В роли танка. Ну ты тогда во тьме появишься. Ну... Ты упал. Ладно, давай сегодня в свет, завтра во тьму пойдешь. Давай уже завтра, когда КТ спадет, это потом придешь, что ли? Когда оно там спадает? Так, тогда Митриос начинает. Тогда сейчас поменяю вас пати. Кушайте рыбу, напишите РК. Да, я Эрела там еще мне. Не могу пати кидать. Эрела, Бьянка Эрела. Будьте добры передать рейд лидера. Ку-ку. Ёпта. Перенесите топового протопала. Значит так, сейчас перекину. А, блядь, не надо никого перекидывать. Дайте магом крест. Дед Мерлин, ты во тьме будешь, у нас слишком слабый ДПС. РФ во тьме. Так, смотрите, первая, вторая пати тьма, третья, четвертая свет, копытница, сон разума, Верка хилят тьму, Горгот, Бьянка свет. Во тьме кто подиспелит, кто рискнет.
кто вызовется добровольцем подиспелить, плюс 5 копытца, плюс 5 крола подиспелить, отлично. И дальше напишу, что ролю на копытца, копытницу. Я уже написала. На копытца, хил. Ля, Войт хорош. Так, Final Fantasy готов? Плаг по себе дай просто. Все, все. Здесь Митрёс, давай. Ворвись в этого дракона, разверни его в клочья. Только не умри. 40% хп. Давайте кину метку. Квадратик. Квадратики надо становиться. Нико, метка, выноси к стене. Нико, друг мой, пожалуйста, проснись. Побежали метеоры. Возвращайся через морду, чтобы тебя дыхание убило, побежал. Очень много ДПС в рейде, поэтому можем не сильно дамажить. Три метеора, наверное, будет, да? Ух ты, Цези, без команды Рэл уже выносит. Вот это мог гильдию взять. Ты пеньки. Отойдите от босса, сейчас будет метеор. Гаргот молодец. Если ты умрешь. Эти вайпаться, наверное, здесь, да? Сначала заходит БДК во тьму. Потом уже рейд. Темный, выноси метку. Темный, выноси метку. Проснись, темный, проснись, ты в России живешь. Находи БДК сразу. Незыблемость прожми. Хулипал БДК, первая станция. Так. Ну, тут надо убить босса. Носить метку назад. МК, дай физика. Горит пукан, зайди во тьму. Если ты врка. Скажите ему, чтобы зашел во тьму по дамажу. МК не давать никому. Коваленко, не заходи пока, лезвие. Да, уже забыл, блин, я уже забыл, что это не двойное лезвие, это обычка. Ты как брат Сержик, вот ты очень волос похож. Заходи. Так, лезвие. Процентаж не знаю, а какой процент? 51. Путь, кидай лужу под портал, притяжкой забирай босса, там прожмись. Так, выходим, третья, четвертая пати. Блять, там плохо было, короче, дела. Ну ладно, выходим. Так, встали в квадратик. Гопник, пан, выходите в свет. Лок. А куда шаман свалил? Сон разума, чё ты убежал? Почему ты выносишь метку под дыхание? Зайди в портал, блядь. Зайди во тьму, хиль, блядь. Господи, боже мой. А я чё тут... думал, искал во тьме? Третий, четвертый, нет? Ну, это по АДДшнику. Побежали, метеор. Давайте рост в свет. Сейчас сколько холи пал? Блять, это я уже туплю, короче. Гаргот, давай теперь ты выходи в свет. Нет, это не ты, ты ж просто шаман тупил, я решил зайти вот. Блять, сука, зайди в свет. Дайте что этот рост во тьме, короче, рост цвету. Горит пукан, неси метку. Поворачивай на рейд, дружище, ну ладно, сойдет. Ой-ой-ой! Ну, такое, конечно, ты намудрил. Хорошо, что есть один надхил от певчего. Ты неправильно повернул лича. Надо поворачивать на рейд. Лича, да. Бля, Гаргот, ты выйдешь в свет или ты не вышел? Да еще? Пусть во тьме будет. Ну, один холипал потеет, короче, старается. Я уже гимн надхил отдаю.
Просто вышел я в свет и две метки там. Ебать, не рак. Какой я рак? Нажал на портал и вышел прямо в дверь. Нажали метеор, слишком много возни. Так, БДК мертвый, походу, да? Что это было? Это агро? Нет. Это во тьме упали, походу. А тьме живые. Бля, БДК не смог агро набрать. Я один оставшийся из ДД, потому что прожал тучку, подкаст, да? Дыхание. Иначе сейчас умру. Могу здесь один дамажить. Вот так. Дед Мерлин тоже выйдет. Певчи, певчи. Я не слушаю тебя. Я диспельди только в свету, меня сейчас. На хардкоре тупо. Это... Я видел, что это было безукоризненное исполнение тактик. Все все знают. Можем пойти в ИГ-20. Нет, сейчас мы пойдем в склеп 20. Так, барабанная дробь, это на копытницу. Пробуем. Есть 69. Барабанная дробь. Давай. Цезий, тебе надо, ну, серьезно. Копыт. Копытница, ты гробишь? Вообще-то, наверное, дроз тухом тут. Нет, это тоже идет. Это письменная дробщика. Ты не ролишь, не кинешь ролл, там сотку выкинешь, я тебе отдам. Понятно. Да, отдам цезию. Даже типа роллы ты или как? Ну, на мейн спек ты выиграл, молодец. Давай дальше, Доминика. Физика, на кого ты ролишь? Непонятно. Вижу.